99. Давай 100%. Это бейпс. Давай. 198, ебать, вот это очень много, конечно. Давай 1%. Да, всем резам макс риск. У нас эти вейпс, но обновление 0.20.0. Значит, новый элемент игры с добавлением нового зала чудес. Игроки могут собирать различные особые предметы и получать усиление. Да, если ты ждал обнову, то лайк. Корректировку повышения в звездных уровнях героев. Давай я сейчас включу, хай там загрузится. Так, хай загружается, просто тоже долго загружается, там три попытки, первая, вторая, третья, четвертая. Там есть такие паузы. Так, ну хай будет черный экран. Заходим в маркет. 5 баллов из 5. Так, мы изменили способ использования некоторых моделей героя. Модели героя, интерфейса, изведанного уровня героя. Медали Оскар, Кроха и Мастодонте. Я не знаю, кто такой Мастодонте. Нужен там персонаж. Больше нельзя будет использовать для повышения их звезд уровня. Больше нельзя. Окей, на них нет еще персонажа. Оптимизировано, мы оптимизируем ряд элементов интерфейса. Изображение, производство, НТД. Улучшены. Картинка, все в этом духе улучшены. Окей. Так, заходим, конечно же. Я открываю мою папочку. Ну, точнее, там, запись. И читаю все по порядку. Так, англоязычный. Дорогие обезьяны, вышла новая версия 0.20.0. Пожалуйста, обновите игру в Google Play Shops. Или перейдите по всплывающим ссылке на страницу обновления. 0.20.0. Новый игровой процесс, теперь игроки могут собирать различные специальные предметы, получать различные буфы за дополнительные новые медик обновления, то редактирование, апгрейда звезд истребителя. Мы изменили способ использования некоторых медалей. Так, да, я прочитал. Опа-на, для этого обновления обратите внимание на следующее. Первое. Будем оптимизировать функции чата. Ура, оптимизировали функции с чатов. Вау, смотри, я такого не видел. Вау, новые иконки добавили, класс. Ну, вроде бы реалистично стало, во-первых. Ох, еще одно обновление. Такие кнопочки, мультфильмы, прям мультики. Ну, тоже, конечно, круто. Го-го-го, давай. Для меня на английском. А, на английском, я думаю, почему? О, неужели тут ошибочка? А, оказывается, все нормально. Такие мультяшные, слушайте. Ну, если хотите старую G-Babe сыграть, то вы можете пересмотреть ролики. Хо-хо-хо, они реально мультяшные стали. Хо-хо-хо. Это респектос, конечно. Дайте построю хоть мультфильм. А потом уже прочитаю. Так, друзья, мы на Хромилу, по-моему. Конечно. Йоу. Часа бесплатный. Ну окей, давай бесплатный сразу. Золотой. Но персонаж на 20x опытом. Так, я тут покайфую, да, немножко. А, да, кстати, вау, кто-то нового добавили. Или слишком перебор добавили. Ну окей, нужно тут наши настройки. Кто не знает, как делать так, чтобы игра не лагала, нажимайте на настройку. У меня на английском, это не изменяйте. Normal ment, где он низкую, где он так, чтобы уменьшились те эффекты. Смотрим, теперь мы смотрим, по-моему, они уменьшились, но тут не уменьшились. Ну ладно, ну что, лагает? Нет, нормально. Окей, так, дальше мы тем самым идем вот так вот и отправляем обезьян работать. Ставлакис, ты еще не работаешь, но... Вау. Помните, раньше был какая-то ваша фракция? Не фракция. Она глазая, Эрик черная, и она черная. У меня есть еще одна фракция. Потом покажу. Ну, я уже ролик записывал, ссылку на прошлую серию в описании, конечно же. Так, вроде бы 4 отряда нужно запускать. Нужно успеть, потому что если мы там не успеем, то смотрите, что будет. То отозвать только можно, для того, чтобы ошибочком
Не, ну это не ошибочка, это привычно, нужно только успевать. Это полная готовность. 550 на 0. Так, 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 так. Кстати, я еще модератор Adivapes'а, мне уже дают там не 3500, а 400, дали мне 500 дисков за то, что я там кусочек сделал. Вау, вроде что-то новое, кстати. Окей, кусочек сделал комиксом. И остальные комиксы. Комиксы есть. Так, хелми. Подожди, подожди. Стоп, это реально мультяшно стало. Ох-ох-ох, тоже мультики стали реально мультяшными. Да-да, знаешь, что длинный ролик нельзя делать, но извиняйте, это Edge Vapes. Тут длинные ролики будут, конечно же. Вау. Тут ничего, но вроде бы тут что-то добавили. Размытие вижу, классно. Тоже на видео размытием. Ну, конечно, все разработчики умеют размытие делать, но я так не профессионально, но умею. Это дополнительно для авторов понадобится. Так, я тут соберу это все дело, можно? Потом же давайте зачитаю. Или открыть, читать, это, конечно, будет тяжело. Ну, давай, давай, для подписчиков можно. Так, открываем. О май гад, о май гад. Подожди, даже не видно. Вот. Для этого обновления обратите внимание на следующее. Первое. Будьте оптимизированы функции чата. Будем оптимизировать. Окей. После обновления будет второе. После обновления будет добавлено новые городские здания. Игроки, не обновившиеся в свою игру до последней версии, не смогут выйти в новое здание в своем городе. Ну, это значит, что нужно обновлять игру Edge Wave, чтобы увидеть новое здание. Окей, окей. Обновляю так для ролика контента. Так, изменяем, я хотел вам показать. Вот он. Новый сервер. Третье. После обновления, как там дела? Так, yes, of course. После обновления некоторые существующие общественные задания на карте будут перемещены. Клановые поездки и железнодорожные пути, ведущие к этим общественным заданиям, будут существовано преимущественные. Вот что такое. Welcome, добро пожаловать, Бакс. Warwin X. City. Это за Сити вроде. А, ну да, это Сити. Гоночная Сити. Окей. Так, ну я вроде фракцию взял новую. Сейчас нужно показать. Где я, фракция моя? Стоп, почему? Почему я черный? Стоп, не моя орда. Извините, не моя орда. Стоп, я помню, была другая орда. А, я не успел. Да, точно, я не успел. Новый сервер. Сервер. Это просто обнова такая вот. Нормуля. Ладно, извиняйте, что я так не успел. Дистрибьюторы будут автоматически снесены. Я не понимаю этот переводчик. Он неправильно переводит. Дистрибьюторы будут автоматически снесены. Поэтому причине, так и написано, игроки, которые не обновили свою игру Edge Vapes до последней версии. Какая сейчас версия? Легко узнать. 0.20.1. Знаете почему? Вот эта цифра, это там баги, фикси, все в этом духе. Эта цифра, это обнова, а это уже будет, наверное, шикарно обнова. Ну да, и не нужно найти. 100 могут сделать разработчики, 50 и все в этом духе. Так, ну это мое мнение. Разве рассказал класс. Так, ух ты, время, подождите, а точнее только время, сейчас 18. Ну, вечер, конечно, а тут 16. Вроде бы. Опа, на. А это наше время. НТС и чит это. А нет. Лоу. Ау. Вроде бы мое время. Да, я брал мое. Это чье-то. Едис. Это разработчик игры.
обновления. Вот я помню по графическим данным, это не Китай. Мы географию, конечно, изучали. Это нужно смотреть. Плюс 2. Неужели они с Казахстана? Где-то рядом Казахстан, Россия. О май гад, как классно. Мятяшный. Ну, конечно, хотел Сару вернуть Edge Waves. Ну, ролики остались, могу пересматривать с удовольствием. Ох ты, Мервек. Мервек тут. Хо-хо-хо, классно. Так, по этому причине игроки, которые не обновили свою игру до последней версии, будут сталкиваться с ошибками отображения позиций задания. Ну, намек вам, чтобы открыть. Кстати, тут еще есть одно. Так, с картиночком. Ну, я откуплю. Не хочу, я хочу свою сделать. Как-то не классно еще делаете. Какие-то 600 на 600, нужно 1280 на 720 или 2048 на 1152. Или это на шапку, я как-то уже путаю. Так, новый игровой процесс станет доступен на обновление 2.0.20.0. Так, это же нужно прочитать и играть. Тяжело для меня, это Edge Waves, это тяжело. В других играх проще простого. Ну, бывает случаи. Так, давай читаем. Новый игровой процесс, так это читали. Какие цели игроки процесса? Развитие специальности игроки, игровой интерфейс, буфы, строительство осколов. Это про цели роста. Первое. Второе. Социальные сети. Показатели дисплея авторы. Заходим автора. Вау, что-то новое, смотрите. Подарочек. Интересно. Кликбейк. Да, тут, по-моему, был телевизор один. А, вон, кстати. Колокольчик был еще. Подписка, лайки и колокольчик, друзья, тоже можно сделать. Клан. Чат. Закладки. Как там есть закладки? Кто знает, напиши в комментариях, я не в курсе. Роу-инфор информации. Ну, давай. Так, ладно. Интересно. Ладно, что у нас еще? Никен. Информация про игры. А, про Ордо, окей. Они изменили социальные сети, это очень классно. Давай хочу. Что нельзя? Прокачать до 10-го, окей. Лео. Вау, новый замок, смотрите. Я такого раньше не видел. Мультяшные стали. А как там карта, кстати? Мне тоже очень интересно. Так, кем он, play game. Вау. Вроде бы стабильно. Что-то мультяшно стало, кстати. Вот это вот мультяшно, раньше такого не было. Так, а герои, кстати, мультяшные? Ну, как вам сказать? Тут что-то мультяшно добавили, вау. Борги, вот тут меня, по кайфу. Это значит, что он собирает что-то типа того. Атака, вот там переводчик нужно делать. Кстати, у меня персонаж это был какой-то с какой-то игры. У меня такой персонаж. Так, да. Ничего там нового. Но тут. Ну, самый новый, по-моему, ты. Ронджан. Я помню, как ты назвал Джан. Не так часто. Очень классный. Это последний персонаж, который добавили пока что в Edge Waves. Возможно, еще два одного, так что ждите. Да, я там видел уже скрины. В некоторых роликах я спалил один скрин ученого Edge Waves. Ну, не на 100% спалил, но там есть еще некоторые картиночки. С другой стороны там. Потом узнаем. Так, что-то интересное есть? Реликвы могут улучшать игровой эффект для игроков. Есть два вида буфов. И они действуют по-разному. Буфу для отображения реликвы. Где эти реликвы? Это декорация какая-то. Реликва. Там драконов. Подождите, куда попал? Блин, куда я попал? Динозавра, вот. Реликва динозавра. Иди в музей, смотри.
динозавров. Вот это очень классно. Кстати, мультфильм, если бы там старинный фильм, как он называется, я не помню. Мультфильм динозавра. А, Макс Стив, да? Мультфильм, он лежал не справа. Не знаю, вообще, я уже путаюсь. Давно не смотрел мультфильм. И там комиксы Человек-паук, точно Человек-паук смотрел. Там куча-куча серий. Ставь лайк, если ты вообще никакую серию не до конца не смотрел Человек-пауком. Я прям просто не досмотрел до конца, мне как-то не интересно. Уже скучно, а там что-то не классно. Но первую серию я помню. Это уже отдельные выпуски. Всем при просмотре. С вами был Макс Риск и Edgewaves 0.20.0. Выйдет через 2-3 дня. А когда это, кстати, было? Возможно, ну и так он уже вышел. Вышел. Так, это было вчера. А там? Это было 12.0. Уже 2 дня. Это уже третий день. Я как раз успел. И новую я вам затестирую. Прямо на третий день. С опозданием. Ну, знаете, я занятый человек пока что. Но если и не хватало желания, и всякие проблемы были. Ну, вообще, на стриме расскажу все. О, я хочу стримить вейп записать когда-нибудь. Запишу, когда будет время, каникулы. Да, когда закончу школу, 11 класс. Всем удачи, пока.